Всем привет, ребята, я Тимич. Сегодня мы играем червячков. О. Червяк Тимич. Тихо. Так. О. Прикольно. Надо что-то. Надо мне есть, чтобы расти, да? Главное, чтобы меня не убили. Тихо. Нет, блин. Блин, меня убили. А чем я попался-то? Зачем одному скучно? Можно вдвоем. Вдвоем прыгать. Оп. Так. Блин, чё, почему все на меня идут? Да еле. Сами ходите. И это за счет червяк ползет. Опа. Держи, на чуть-чуть вырос побольше. Так. Ребят, давайте червяка не кусайте. То больно будет. Так, он вас тоже укусит. А червяк-то ядовитый, может быть. Так, хотя червяки не бывают ядовитые. Так что можете кусать. Но все равно кусать не надо. Больно же червяку. Оп. Оп, прикольно. Опа. Оп. Ну, мне, например. Вас бы укусили, вы бы человеком были. Ну, хотя, за человека не кто-нибудь, потому что он противный. Потому что он противный, да. Блин, меня сожрали. Я маленький еще. Червячочек. В смысле, за меня, что ли, он ползет? А, нет. Так. Эти-ка... Пока будем собирать эти вкусняшки. Оп. Отмена. О, сейчас я как его хванул. О, какой длинный. Вот этого сейчас убьем. Давай, а ну-ка стоять. Малявка бесполезная. Оп. Что меня убил? Ну, блин. Почему меня убивают? Я никого не могу убить. Эти толстые уже, которые обожрались. О, ну дай мне. Ну блин, опять меня убили. Почему меня убивают? Доели. Зачем на меня все идти? Да блин, дай мне тоже покушать. Ну блин. Ну какого хуя вообще? Ну почему мне не дают ничего? Дайте тоже. Чего мне не даете-то? Я хочу убить кого-нибудь. Мне не дают даже съесть. Почему? Я же тоже хочу. Блин, он меня точно убьет вечно. Убивают меня. Я ни разу никого не убил. Я хочу убить в одиночестве один, чтобы съесть потом его.
Ничего себе тут вырос как. Если мне надо вот сюда съесть. Блин, червяки уже подросли. Ну дай мне тоже. Этот малявка тут. Среди других ребят. Реально. Так нежно! Ну, это даже чуть-чуть не подрос. Еще один розовый. Главное, что меня не убили, я не хочу так. Нормально. Медок, мы писки, писки, вонючий, вонючий, вонючий. Мегаписька. Нет, фиг. Ты мегаписька? Надя, а один мальчик, прикиньте, Диму писькой называл. О, вот бы он Сандрин бабку назвал писькой. Сандриновую увлечение давала. Но я такого не хочу леща, так что я взываю. Так, бабульку. Меня съели. Я никого не могу убить. Ай. Хватит меня убивать. Ну почему? Так, хватит меня убивать уже. Ай. А почему я не могу никого убить, они меня убивают? Это вообще нечестно. Меня убивают. Играться. Да зачем меня есть? Ну блин. Я не могу никого съесть, уже надоели меня. А как драть хвостом, что ли? С другими нельзя червяками встречаться, да? Можно. Можно. Если они влюбятся друг в друга. Ой, одного наконец-то съел. Они друг друга едят. Тут что-то приперся. Доел. Уже длинный. Это круто. Вот этого съел. Давайте, сейчас еще чуть. Делать. Сейчас. Димочка сейчас тоже. Ого, какой длинный. Ну-ка, отстань от меня. Быстро. Оп. Может съесть тебя. Вот так. Так, ребят. Фиг. Ага, конечно. Тихо. Ну смотри, какой длинный. Места нет, да. Ну все, удаляй. Что? Канал? Черняков. Сейчас. И видео свои ты там нужно снимал. Вообще-то. Забыл. Ребят, всем пока, ребят. Я Тимечка. Вот. Мы, короче, вот так где. Ой, би! Посыпался. Ладно, всем пока!